Первый анимационный сериал об автогонках готовится выйти на российские экраны. Создатели мультфильма «Супер Ралли» черпали вдохновение в реальной жизни. Однажды наша такая команда продюсеров Никита Михалков, Леонид Верещагин и я, Александр Митрошенков, встретились с Борисом Мартенбергом, и он просто нам несколько часов рассказывал о гонках. Он тогда нас пригласил приехать на гонки в Лиман. Мы увидели этот дрожащие машины, этот звук, этот рев, гонщики, в которые падает эта усталость. Конечно, показалось, что это настоящая драма, настоящее приключение. Так родилась идея создать такой анимационный сериал. Персонажи сериала – это 12 автомобилей, а в главной роли нетрудно узнать российский лимановский прототип BR1 команды SMP Racing, которая не случайно помогала продюсерам мультфильма. Ведь большинство великих гонщиков пришли в спорт в 6-7 лет. Программа, она сейчас практически во всех уголках нашей страны. И чем больше детей там выезжают на российских чемпионатах, они попадают, мы видим, как быстрее попадают к нам в программу. Они видят того же Сироткина, того же Петрова, Алешина. Видят ребят, которые молодые, но они едут быстро, что у них есть перспектива с картинга попасть. Также тоже Сироткин уже попал в Формулу-1. Сергей Сироткин только что открыл в Москве Академию картинга, лично окунулся в атмосферу детского автоспорта и с интересом ждет выхода мультфильма. Это у нас прям как такой хороший стартовый толчок, который именно тот, который формирует интерес в принципе у детей к автоспорту. Есть, да, такие структуры, которые готовы, да, сделать все, чтобы действительно дать ребенку, ну, профессиональное спортивное, автоспортивное воспитание в этой области. Первый сезон сериала «Супер Ралли» уже готов. 24 шестиминутные серии научат ребят дружить, быть честными, работать в команде и никогда не сдаваться.